часто вижу, что люди делают скрутки вот таким образом. А затем просто загибают на один бок и убирают в термоусадку. Но такой способ практически совершенно не держит на разрыв. Видите, как легко разорвалось. Также еще часто вижу, что соединяют вот таким образом. В таком случае скрутка держит на разрыв хорошо, но весь контакт только в центре скрутки. И он очень ненадежен. В таком случае будет сильный нагрев в центре. Если производить скрутку, то только так. В таком случае провода полностью контактируют по всей площади. А также такую скрутку достаточно тяжело разорвать. Однако для наилучшего соединения ее все же лучше пропаять.